Всем привет! Утро сегодня у нас начинается с чемоданов. Да, мы собираем вещи, потому что завтра утром мы выезжаем. Вот, и к вечеру мы должны быть в Варшаве. Вещей у нас много, и я вон уже почти собрала первый чемодан, еще второй, и еще, наверное, у нас будет пару сумок. Потому что, боюсь, все не влезет, то, что мы хотим взять. Сейчас я, мама и Дима, мы едем в Лавина-торговый центр. Мы там сходим к Сильконам, хотя у нас и здесь есть Сильго, кстати, вот она. Но мы пойдем туда, там лучше намного, вот, там выбор больше, мы купим себе еще каких-то продуктов на завтра, а еще мы сходим вареников поесть. Сейчас мы пойдем кушать вареник и в кафе, которое называется The Вареник. Да. Мы нашли Димину мечту, смотрите. Это квадрокоптер. Когда-то мы будем снимать влоги отсюда. Дима вон взял себе 6 пельмешек. Дима, ты не объешься? Я взяла себе целую гору вареников. Я, наверное, здесь самая голодная. И мама тоже по-скромному взяла 4 вареника себе с капустой. Спорим, съем. Здесь с мяском, с картошкой, с капустой и сметанка. Кто во мне сомневался? Она так и сделала это. Зашли в Сильпо, и тут рижские шпроты, все с Латвии, в общем, будем привыкать. Прям с Перу. Я его себе с Перу. Что мы нашли? Дим, что это? Поэт украинского производства. Испанская колбаса украинского производства. А это уже испанская. Стоит она 3 евро. В 2 раза дороже, чем в Испании. Можно нарезать хамон прям как в Испании, да, Дим? Да. Да, и тут прям этот чувак называется кортадор. Человек, который режет хамон, называется кортадор, от слова кортар, резать с испанского. Мы кушаем прямо посреди супермаркета. Я взяла себе кофе, спирку, мама взяла себе торт и кофе тоже. Еще мы взяли нашим португальским девочкам, да и вообще всем, конфеты газировка. Раньше они назывались шипучка. У них там внутри такая начинка, которая шипит во рту. И мы очень хотели это привезти. Давно их искали, кстати. И взяли еще сливки или нет. А еще мы взяли украинское пиво. Да. И еще такое. Мы дома, и как только мы пришли домой, продолжилась работа над чемоданами. Но! Ура, ура, ура! Вот плод моих стараний больше. Дима монтировал все это время видео наше новое про Испанию. Вот. И, в общем, вещей у нас реально много. У нас 2 чемодана, маленькая сумка, Димин рюкзак — это наши вещи, которые мы будем одевать. Там еще сзади вот сувениры. Вот, нет, не эти, вот эти вещи нет, а вот эти вещи, да, это наш телек и наши компьютеры. В общем, вещей у нас реально очень много.
Мы будем ложиться спать, отдыхать, нам завтра утром выезжать. Мы завтра выезжаем в 9:00 где-то. Вот. И завтра будут у нас новые приключения. Мы уже морально готовы. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем до завтра. Смотрите, нас будет интересно.